Всем привет, сегодня 27 число, 27 ноября, это называется «Сжигание травы по-филиппински». Там у нас склад с горюче-смазочными материалами, так что ребята поливают его в надежде, что огонь не перекинется сюда. Вот там загорелся электрический столб, его сейчас потушили, но, конечно, электричество уже там пропало, все искрилось, столб горел полностью. Так, ну что, теперь у нас гости пожарные еще едут. Вот пожарная машина приехала. Это у нас горючее пока живое. Люди стоят на стрёме. Телеграфный пост не унывал. После того, как его потушили, он снова загорелся. Телеграфный столб. Как бы продолжает весело гореть. Телеграфный столб все никак не уймется. Горит себе и горит. Карма сказала, что вот этот дом справа с зеленой крышей, этот дом на нашей security guard девушки, женщины по имени Ванесса. Вот теперь доблестные пожарные приехали и тушат водой телеграфный стол. Видимо, стараются сделать аккуратно, чтобы не закоротить сгоревшую проводку. О, естественно, тут толпа зевак стоит. Все смотрят. Одежда сушится. Все наблюдают. Как тушат. Ну, думаю, сейчас потушат его, в конце концов. Так, от столба уже что-то крышка отлетела от высокого давления. Там, видимо, распределительная коробка, а теперь крышка уже отлетела.